Всем огромный привет, очень рада видеть вас сегодня здесь со мной. Наконец-то я дождалась посылки с компании Avon. Они пришли самые поздние из всех, что я ждала. И давайте вместе с вами откроем. Я разделю видео на два и выложу их на разных каналах. Заходите на мой канал Яндекс.Дзен. Также у меня будут в заказе новые ароматы. Я думаю, что на них я сниму отдельно обзор, потому что в одном видео снимать все очень неудобно. Я спешу, не хватает времени. Я лучше все разделю. Итак, открываем первый заказ мой. И давайте посмотрим, что я там заказала. И пока я открываю заказ, предисловие. Май. В мае цены огромные. Я посмотрела по всем компаниям, и Avon оказался, наверное, самым-самым дорогим. Да, как бы это ни звучало, это правда. Я адекватный человек, я смотрю на вещи адекватно. И сама знаю, потому что заказов клиентских у меня очень-очень-очень мало. Несколько, прям парочка позиций, которые у меня взяли на заказ, и также я взяла кое-что в наличие, кое-что себе, и, конечно же, новинки на обзор, и то, что вот вообще мне самой хотелось заказать. Так, радует, что у нас новый каталог. Онлайн уже все его смотрели, перелистали, но я все равно, скорее всего, буду снимать листалку, так как знаю, что у меня есть люди, которые любят смотреть именно мои листалки, особенно мои клиенты. Я часто посылаю им даже каталог, вот сама прям листаю, и когда они смотрят сами бумажные, и потом еще мою листалочку, есть такие люди, которые именно такой формат любят. Поэтому обязательно я каталог буду снимать и выкладывать его. Так, мне пришла какая-то интересная вот листовка Avon Привилегии. Да, кстати, я номер делала на номер, который у меня проходит легкий старт, и у меня сейчас там третий шаг. Я сейчас вам покажу. Я решила, что я хочу пройти по минималке и легкий старт. Можно было делать по максимальному, у меня еще старый старт. И на третьем шаге там можно взять две воды Attraction для него и для нее. Но как бы я считаю, что... В общем, не набрался у меня такой заказ. Набирать я не буду, буду по минимальному делать. И, в общем, так вот. Давайте посмотрим, что же мне пришло. Так, новинки у нас каталога следующего, но сейчас по фокусу адекватная более-менее цена, и вот у нас, значит, вот такое дело здесь. Я заказывала больше, там что-то мне не пришло, сейчас мы с вами посмотрим. Так, литровая пена, я, наверное, скорее всего, оставлю ее себе. По-моему, она у нас стоила, да, 259 рублей, и это она со франжипани. Давайте я ее открою и понюхаем запах. Ой, такой позитивный тропический аромат тропических фруктов, собственно, ананас там чувствуется классно, свежий, сочный, такой тропический фруктовый, это освежающий, бодрящий, ну, летний, поистине четкий аромат фламинго. И написано все у нас на нерусском языке, и сзади у нас наклеечка. 1-2 колпачка в ванну. Я обычно лью 2 колпачка. Сделана пена в Польше. Я надеюсь, что все-таки Avon будет снижать цену, так как многие компании поддержали 1-2 каталога дорогие цены и спустили их пониже. Я очень-очень на это надеюсь, потому что ценник реально очень дорогой. Я просто сама понимаю, что даже вот мне с моей 35% скидкой даже мне интересно там что-то смотреть. Ну вот честно, есть какие-то товары, которые бы я, возможно, взяла, но цена действительно на самом деле дорогая, и хочется все-таки либо скидки, либо акции, что-то такое. Так, пена у нас вторая. Вторая пена, на русском написано, кстати, все. Да, вторая пена, это пол-литра. Ну, в общем, аромат будет аналогичный. Я взяла всю линейку, что все, что там было представлено. Я ждала до последнего, и вот, собственно, взяла. Фламинговый закат, крем для душа, да, розовый ананас, франжипани. Мне нравится, что в этих гелях добавлены натуральные экстракты, что не может не радовать, питает нашу кожу, освежает. Маленький гель для душа, 250 миллилитров. Здорово выглядит, оформление, конечно, классно. Я люблю вот вообще так вот все вместе, знаете, вообще классно. Так, и спрей. Спрей для тела. Так, давайте посмотрим, в какую цену он мне вышел. 119 рублей, по фокусу скидка не проходила. Ну, у меня есть несколько номеров. Вдруг вот, если кто-то захочет купить, я, может быть, еще заказ оформлю. Но в наличии... Ой, пахнет классно.
Даже еще вкуснее, чем пена. Еще сочнее, еще свежее. Классный аромат, приятный такой, освежающий. Здорово. Приятненький такой мист, лосьон для тела, для волос, для воздуха, для помещения. Ну, за 119 рублей, да, хорошо, я еще соглашусь. Отличная линеечка, прям радует взгляд. И по фокусу прекрасная цена. Если вы не зарегистрированы в Avon, у вас есть возможность зарегистрироваться и такой набор купить по цене фокуса. Пена за 259 рублей, маленькая пена 149 рублей, спрей 119 рублей. Я ссылку оставлю под видео, вы также можете пройти и так как бы приобрести по этой цене для себя. Я буду вашим координатором, потому что по фокусу брать кое-что выгодно. По основному каталогу, конечно, без хорошей скидки, честно. Ну вот если у вас скидка есть 25%, да, и да, у вас будет скидка 25% на весь заказ, ну это единственный как бы плюс. И подарок теперь у нас приходит сразу с заказом. А 1550 рублей у вас 20% скидка, и за 50 рублей гель для душа. И если вы делаете заказ на 2700 по цене каталога, имеете скидку 25%. И подарок вам приходит миниатюра, нет, 30 мл аромата Cherish и набор пробников помад. По-моему, за 100 рублей. Ну, так вроде бы нормально, так еще как-то можно. А дальше уж смотрите сами. Конечно же, я не могла пройти мимо. Я очень ждала, когда появятся в фокусе вот эти тоник и мицеллярная вода Avon Care, потому что всего лишь за 99 рублей по цене фокуса 150 мл, почему бы не взять, с витамином Е мицеллярная вода. Давайте мы, наверное, отдельно сниму видео вам про это. И мне интересно про тоник. Мне очень интересно, есть ли там спирт, потому что это очень важно для меня. Сейчас я вам скажу. Ура! Супер! Здесь нет спирта, здесь есть в составе роза центифолия. Это та самая роза, гидролизированный касторовое масло, глицерин. Супер, просто супер. В общем, смотрите, в этом тонике нет спирта, поэтому успевайте купить всего лишь за 99 рублей по каталогу Focus. Каталог Focus — это каталог, который для зарегистрированных представителей действует. Классные новиночки. Если вы обратили внимание, у меня здесь только новинки. Так, я взяла еще вот такую новиночку. В принципе, это не новинка, это переупаковка у нас с линейки Avon Care для сухой кожи, увлажнения, питания и мягкость. Открывать крем не буду, я его предложу своей маме, либо в продажу предложу своим клиентам. Почему взяла для сухой кожи? Ну, потому что так получилось, у меня много клиентов с сухой кожей. Хотя лично у меня кожа жирная, комбинированная, мне такой крем точно не подойдет. 149 рублей. Но имейте в виду, в основном каталоге такой крем будет стоить 349 рублей. То есть супер выгодно купить по фокусу. 100 мл крема, такой ежедневный, обычный, нормальный крем. Он не сделает каких-то волшебства какого-то, но для ежедневного ухода бюджетный, в общем, бюджетная такая линейка. И, конечно же, я взяла за 149 рублей, опять же, по фокусу, с витамином Е3 в одном. Это у нас такой очищающий гель. Классное оформление, мне очень нравится. 150 рублей, вот это хорошая цена, просто прекрасная. И здесь у нас, к сожалению, есть спирт в составе. Ну, как бы это умывалка, в принципе, умывалки я могу простить. Может быть, он там как консервант сделан, да, спирт. Написано, что он увлажняет и освежает кожу. Прекрасно. До образования пены. Если я тут сейчас настроюсь, я даже, возможно, сниму обзор полностью на эту линейку. Снимем макияж, нанесем, в общем, все, что тут у меня есть новенькое, чтобы полностью сделать свое мнение. Также на канале Яндекс.Дзен, ссылочку оставлю под видео, я сниму тоже какие-то отдельные ролики, то есть я хочу ролики делать там где-то какие-то одинаковые, какие-то разные. Кто меня знает, обязательно подписывайтесь на мой канал, это очень-очень-очень помогает, мотивирует снимать обзоры для вас. Так, давайте мы его сейчас откроем, понюхаем, чем он пахнет. Слушайте, он без запаха. Это уже неплохо. И он такой, знаете, мутноватый, такой бело-перламутровый. То есть он непрозрачный гель. Ой, вот это меня прям радует. Интересно, как он будет в действии. Я думаю, классно. Отличненько. Я уже очень рада. Так, супер шок. А, это знаете что? Это мой как раз-таки первый шаг. Это мой первый шаг. Это за 60 рублей.
по этому номеру. У меня здесь вот такая тушь, это супершок. Она идет с обычной щеточкой, с фибровой. И у нас пробнички. Классно. Пробнички кремов с протинолом 25. Так, с витамином С сыворотка. Классная. Я половину сыворотки использовала. И сейчас лето, я ее отложила до осени. Хорошая сыворотка. С гиалуронкой хочу попробовать очень. Я не успела купить ее по адекватной цене. Если Avon снизит цену, я хочу ее себе взять. Сейчас у меня из Faberlic серия с гиалуронкой. Она супер. И знаю, что в Avon тоже хорошие отзывы. Так, Inyou у нас крем еще ночной. И помадка. Пробник помады Ultimate. Матовая легенда. Ну, здорово, да? Вот, попробовать можно. И тушь. Вот такой наборчик за 60 рублей. Это третий шаг стартовой программы «Базовый уровень». Я прохожу старый, легкий старт. И я тут немножко добивала сумму до 1500. Была распродажа онлайн. Мне досталась вот такая масочка. Всего лишь за 119 рублей. Есть такой раздел на сайте «Распродажа». И только онлайн. Там классные цены до сих пор. Есть, конечно, на что-то уже не очень такая вкусная цена, а есть на что-то очень даже приятное. Но 119 рублей, такая нормальная маска, она коричневого цвета. Маску такую не брала, с ароматом шоколада и бразильского ореха. В общем, это такая вот увлажняющая масочка. Очень даже классно. Так, на этом заказик мой закончился. И сейчас буду снимать другое видео. Если вам интересно, там тоже будут новиночки и кое-что еще. Даже не помню, если честно, что. Но что-то там будет. Тот заказ будет больше в два раза. Все, всем пока-пока. Благодарю за просмотр. Хорошего настроения.